Здравствуйте, добрый вечер. Мне очень приятно быть с вами сегодня. Знаете, на самом деле я очень рад то, что я нахожусь сейчас в Гуме. И вообще, на мой взгляд, это очень необычно, очень неожиданно, что именно в таком месте проходит такая выставка, посвященная науке, научным исследованиям. Я считаю, это действительно классно, то, что выставка эта проходит не в музее, не в каком-то научно-исследовательском институте, а она проходит в том месте, куда свободно, без всяких затруднений, может прийти буквально каждый человек. Вот те фотографии, которые мы часто видим, фотографии лауреатов Нобелевской премии, они такие, в общем-то, иногда наливают скуку, они выполнены в консервативном таком стиле. У меня была задача показать этих людей действительно с человеческой стороны, как-то показать, акцентировать их человеческую сторону с одной стороны и с другой стороны, подчеркнуть то их, так сказать, научную ипостась. Я вам желаю ознакомиться с выставкой, испытать радость от знакомства с ней. Ну и, конечно, я буду готов потом ответить на ваши вопросы. Спасибо. И сейчас будет процедура открытия вот этого нового скетча для выставки Нобелевских лауреатов, скетча Сареса Ивановича Алферова.